Радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за те, що ви дивитесь це відео. Дякую, що зайшли на нашу платформу. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш ютуб-канал. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і залишити коментар під цим відео. Нам було б це дуже приємно. У нас також з'явилася нова функція, нова опція. Функція спонсорства. Ви можете нас підтримати і за це отримати додаткові бонуси. Вся інформація на головній сторінці нашого ютуб-каналу «Фабрика новин». Будь ласка, скористайтесь цим. Мій гість в цій частині програми Андерс Аслан. Це дипломат, професор Джорджтаунського університету, старший науковий співробітник Центру Євразії Атлантичної Ради. Здравствуйте, господин Аслан, рада вас привітати. Здравствуйте. Сегодня Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине. Есть области, которые полностью обесточены. Есть области, в которых отсутствует вода. Значит, большие проблемы со связью, с интернетом, с электроэнергией. Давайте для начала прокомментируем вот то, что сегодня утром произошло. Да, ну, конечно, это ужас. И мы видим, что это приблизительно каждую неделю сейчас... чуть дольше 5 декабря последний раз, когда по-настоящему атаковали русские. И это очевидно, что они делают, они ждут немножко, и потом атакуют приблизительно 100 ракет, атакуют целью Украину. Идея в том, чтобы... инфраструктура не работает, электричество и вода, и интернет, и вся, что это постоянно. И тоже, конечно, надо совершить ремонт. И главный дефицит – это оборудование. И это значит, что оборудование достаточно специализировано, и потом они снова это сломают. И главный вопрос, который дают сейчас, это сколько у них ракет есть. К сожалению, вероятно, достаточно их есть, чтобы это делать. И тоже не надо очень способные ракеты, чтобы просто совершить это разрушение. И тогда другой вопрос – это какая оборона. И есть достаточно сильная оборона, но оборона много стоит. И тоже сколько времени можно это держать. Запад должен был больше дать, чем сделали. Сейчас... в конце концов, американцы говорят о Patriot Missiles, но до сих пор их нет. И это тоже достаточно сложная система, что это не очевидно, что это скоро будет. Да, сейчас уже мы наблюдаем некие подвижки со стороны Запада. То, что может покрыть наши потребности в энергетике. Что это может быть и когда, вот, наконец, мы получим эту помощь, как думаете? Ну, это достаточно технически, достаточно сложно. Я слышу, как украинские власти достаточно профессионально связываются с разными странами, ну, например, Германии, Швеции, где есть такое оборудование, достаточно точно просит оборудование. И оказывается, что это не очень много стоит. Но достаточно точное оборудование, часто нельзя найти такого оборудования на складе, надо это произвести. Ну, там Укрэнерго и Дитек больше всего занимаются с этими делами. Я слежу новости там и впечатляет, насколько они энергичны и профессионально занимаются с этими делами. Сейчас в Конгрессе США, насколько я понимаю, рассматривают проект закона о финансовой помощи нашей страны. Речь идет о 38 миллиардах долларов. В каком статусе сейчас вот этот закон? Его рассматривает он в комитете. Когда его могут принять? И как эти деньги, если это получится, будут нам выделять? На какие нужды в том числе, интересно?
Ну, я думаю, что сейчас достаточно ясно, что деньги дадут. Республиканцы в палате представителей устроят проблемы, но это не имеет значения в этом году. И в Сенате там республиканский лидер Митч МакКоннелл сильно сказал, что это будет. И будет решение 23 декабря. Что вы можете ожидать такое решение точно 23 декабря? Это значит через неделю. И из-за того, что большинство, сильное большинство в Сенате будут голосовать за это. И тогда это пройдет, и маленькое большинство в палате представителей, вероятно, только демократии. И это будет в пачке иными делами. И если это будет точно 38 миллиардов долларов или нет, это сложно сказать, потому что последний раз это было больше, чем администрация просила. И это решается в Конгрессе в последнем моменте, что это очень сложно следить. И как это потом платится, ну там, что я слежу, это особенно деньги для бюджета. Там должно быть 14,5 миллиарда долларов для бюджета. И это значит почти полтора миллиарда долларов в месяц. Это платится через Trust Fund Всемирного банка. И это очень хорошо идет. Там проблем нет. США это сделал с июня этого года. И что все в порядке выглядит. Другие ресурсы там 24 миллиарда долларов – это в основном военная поддержка, которая выплатится в разных пропорциях постоянно все время. Это значит больше, более современное оружие для Украины. Я правильно понимаю, что фактор республиканцев никак не помешает получить эти деньги? Потому что, ну, по сути, только после Нового года уже будут некие политические изменения непосредственно в Конгрессе. Да, я думаю, что очень сложно принимать положительные решения для Украины в Конгрессе после 3 января конкретно. И это из-за того, что республиканцы не согласны в этом. Это значит, маленькая часть республиканцев в Конгрессе, приблизительно четверть, против поддержки в Украине. И они это не прямо говорят, большинство из них говорят, что надо проверить, что никакой коррупции, независимо от того, что никаких знаков коррупции не было, что это очень хорошо идет американская поддержка. Как бы вы, ну, здесь наверняка нельзя сопоставлять поддержку финансовую Штатов и Европы, но все же, как бы вы прокомментировали финансовую поддержку со стороны Европейского Союза? У меня очень много вопросов, например. У вас они возникают? Да, это точно. Первое, Европейский Союз в мае обещал 9 миллиардов евро для Украины в этом году. Сейчас мы видим, что это только будет 6 миллиардов евро. Именно вчера Европейский Союз выплатил последние полмиллиарда евро. И почему так получается? Из-за того, что немецкий министр финансов Кристиан Линдер не хочет, чтобы больше долгов у Европейского Союза. Что это не связано с Украиной вообще, но это мелкий человек, который смотрит на немецкие принципы и не смотрит на главные вопросы мира сейчас.
чтобы это не будет в следующем году. Европейская комиссия, которая очень поддерживает Украину, и тоже Европейский парламент, они уже решили, что будет 18 миллиардов евро следующий год до Украины, это значит 1,5 миллиарда евро в месяц. Но первая Венгрия вложила вето. Сейчас оказывается, что они могут это убегать, но все же надо, чтобы Европейский парламент еще раз поддерживал это решение, что Европейский Союз очень плохо действует из-за того, что надо, чтобы 27 стран, это значит правительство, в конце концов соглашаются на каждое финансовое решение. И надеемся, что это получается, но это все еще не ясно. И другая проблема – это что США дают гранты. Как это должно быть? Потому что это особенная обстановка. И Европейский Союз только дает кредиты, очень дешевые кредиты на отличных условиях, но все же кредиты. И это тоже влияет на США, потому что американцы не понимают, почему мы, которые так далеко от Украины, не только дам больше оружия Украине, но тоже дам больше денег для бюджета. Господин Маслан, 1,5 миллиарда евро в месяц. Спасибо, но, как мы все понимаем, этого недостаточно. Где взять разницу? Да, но что правительство сказало, это что надо 38 миллиардов долларов в год для бюджета. И это значит 18 миллиардов плюс 14,5 миллиардов. Но там есть некая разница, ну, скажем, 5 миллиардов долларов. МВФ должен помогать. МВФ дал большие деньги уже в марте 2014 года. Сейчас МВФ, именно вчера, решил о программе для Украины 9 месяцев после того, что война началась, и это только для мониторинга. Это значит наблюдение, это значит там никаких денег нет. И это непонятно. Мне кажется, что это новое руководство МВФ, которое не очень поддерживает Украину, и это неприемлемо, что... Ну, как западные страны имеют большинство в МВФ, они должны требовать, чтобы МВФ, который имеет большие ресурсы, действительно помогает Украине нормально и не пробуют сказать, чтобы все другие помогают, а не МВФ. Как заставить Путина заплатить? Мы очень много говорим про активы, которые сейчас заморожены на территории Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, других стран, не относящихся к ЕС. Но все же существуют некие юридические тонкости, которые не позволяют сейчас, сиюминутно, изъять эти деньги в пользу нашей страны. А когда это может произойти и как? То есть это должен быть какой-то общий национальный международный консенсус, механизм юридический, или здесь уже каждая страна решает по-своему, как можно решить этот вопрос? Ну, первое, я считаю, что надо, чтобы украинское правительство очень сильно громко требует конфискации именно валютных резервов Центрального банка России. И сосредоточиться на это. Это чуть больше 300 миллиардов долларов. И надо их использовать для репарации для Украины. Есть сейчас уже подготовлены механизмы для репарации
і треба їх розвивати. Я маю в виду рішення Общей Ассамблеи ООН по этому поводу месяц тому назад, что там есть возможность организовать международный трибунал против России, что это достаточно имеет такая международная основа. Потом надо, чтобы каждая страна, которая имеет эти деньги, насколько я понимаю, это Германия, Франция, США, Канада, Англия, Япония и Австрия. Эти семь стран, которые имеют эти деньги. Надо, чтобы каждая страна принимала закон о конфискации российских валютных резервов Центрального банка России в пользу репарации Украины. Но что нельзя делать в то же время, это вмешивать деньги олигархов в этом случае. Приблизительно 60 миллиардов долларов активов олигархов российских заморожены на Западе. Но первое, они виноваты. Они все сейчас пробуют, чтобы они не будут под санкциями. Иногда это достаточно сомнительно, кто санкционировали. И это не самые виноватые люди. Потом очень сложно сказать, кому что принадлежит. Потому что обычно это 20-30 злоев компаний, которые, по крайней мере, 12 разных юрисдикций в мире, что невозможно сказать, где деньги, кому принадлежит. Мало из этого действительно заморожены. И потом, что действительно заморожены, это яхты и дворцы. И если продадут это, ну, вероятно, получают половину настоящей цены этих ресурсов. И все время эти олигархи будут бороться с лучшими адвокатами в мире. Это значит, что никаких денег не будет через много лет из этого. Вы можете видеть, как «Нафтогаз» выиграл в Гаге 10 миллиардов долларов против России из-за того, что Россия конфискировали в Крыму в 2014 году и до сих пор не получили никаких денег. Что намного лучше сосредоточиться на валютные резервы Центрального банка. Первое – это настоящие государственные деньги. Там никаких проблем частной собственности, потому что это не частные деньги. Второе – это более-менее наличные деньги. Это государственные облигации. И ясно, где деньги находятся, кому принадлежит, и никаких активов не надо продать. Что лучше перестать говорить о конфискации активов олигархов из-за того, что это не дает деньги. И сосредоточиться совсем на резерве Центрального банка России. Но вы видите, и в Европейском Союзе, здесь, в Вашингтоне, и в Украине люди хотят взять деньги от олигархов. И тогда ничего не получается. Надо не думать популистически, но реально. Как можно получить ресурсы для Украины, это значит для репарации России для Украины. Спасибо за эти разъяснения. Сегодня журналисты Financial Times издали очень любопытную статью. Значит, в ней речь идет о том, что за месяц до вторжения у Владимира Путина, у себя в резиденции, была встреча с приближенными экономистами. Среди этих людей журналисты Financial Times называют Германа Грефа, это глава Сбербанка России, и также Эльвира Набиуллина,
она руководит Центробанком Российской Федерации. Значит, суть состояла в том, что эти люди, как сообщают журналисты, как пишут об этом журналисты, значит, говорили Путину о том, что будет в случае введенных санкций против России. Я хотел бы процитировать. Значит, речь идет о том, что паника на финансовых рынках, падение ВВП до 30% за 2 года, повышение ключевой ставки до 35%, сокращение реальных доходов на 1/5 и так далее и тому подобное. Давайте разделим этот вопрос на 2 аспекта. Первый политический, второй экономический. Начнем с экономического. Почему после введенных санкций не произошло то, о чем пишут эти журналисты, о чем якобы подчеркиваю, предупреждали Набиуллина и Греф? Да, ну, важный вопрос. Я читал статью Financial Times, здесь лежит у меня. И я думал, что будет такой эффект, более-менее, как они обсуждали. Но не получилось. Я думаю, что здесь 2 главные причины. Первое, это что финансовые санкции не полные. Что Газпромбанк не под санкциями, потому что через Газпромбанк идет платежи за газ, и тоже Россельхозбанк, там не полные санкции, что они могут расплатиться, что это достаточно сложно совершить полные санкции, когда хочешь, чтобы Россия не может, чтобы Россия может все еще экспортировать зерно и удобрения, потому что тогда надо иметь банки, которые имеют санкции. Что это одна причина. Более важная причина – это что цены на газ и нефть сильно повысились из-за войны, что Россия там выиграла, что получила очень много денег от экспорта нефти и газа. Сейчас это снижается, что будет более важный эффект. И что, скажем, в начале люди ожидали, что будет спад на 10% ВВП. Сейчас считается, что будет 4% ВВП. Что это, конечно, спад, но намного меньше. Но сейчас ожидается, что будет спад на 4% тоже в следующем году. И мы очень мало знаем о том, что в самом деле будет. Что оказывается, это что самые эффективные санкции, о чем Financial Times писали вчера, это контроль над экспортом электроники России. И это, что Россия сейчас больше и больше выглядит как советская экономика, что там все еще есть ресурсы, но мнение современное будет. Ну, самое очевидное – это автомобили, которые сейчас не имеют компьютерные, как современные машины, но больше выглядит как москвичи, жигули в старых временах. И это будет иметь значение. И потом имеет мобилизация, что Путин сам сделал против своей страны, что сотни тысяч молодых инженеров убегали из страны из-за его политики. И очень сложно сказать, насколько это важно будет, потому что многие из них, которые, например, сидят в Казахстане, в Армении, все еще работают для российских предприятий, только из другой страны. Многие из них, вероятно, возвращаются домой через некое время. Мы не знаем, сколько их.
Ну, это, скажем, что, вероятно, почти миллион молодых, хорошо образованных людей уехали из России в этом году, и больше половины из них из-за мобилизации. Официальная цифра – это что 419 тысяч человек эмигрировали из России в первой половине этого года, и больше было в второй половине. Интересно, что предстоит, да, то есть какой ущерб, какой урон девятый пакет способен нанести экономике России? И в том числе не только экономике, но и, как сказал Макрон, речь идет о военно-промышленном комплексе Российской Федерации. Ну, я думаю, что ничего радикального. Мы видим, что западные страны более-более профессионально смотрят на санкции против России, и особенно военно-промышленный комплекс, это достаточно легко ввести санкции против этого. Но раньше не проверили все дочерние предприятия. Скажем, Ростек имеет, по крайней мере, 700 дочерних предприятий. И только чтобы получить полную документацию всех этих предприятий, это много работы. И что постоянно больше и больше берут. И мы видим сейчас в сумме 1800 людей, которые под санкциями, западными санкциями, и потом эти санкции разных странах. Скажем, каждая страна имеет так 1000 или 1500 человек под российских гражданин под санкциями. Но больше и больше будет. Есть тоже конвергенция между этими санкциями. Но мы можем видеть, что некие российские бизнесмены не могут работать в Украине, в Европе и в Англии, но могут быть в США все еще. Но в конце концов, где они собираются, больше всего Дубай. Некие люди тоже в Тель-Авиве. И кто не может уехать, остается в Москве, тоже в Турции бывает. Но это, в принципе, четыре страны, где они могут сейчас находиться. И уже не могут использовать своих яхтов, своих дворцов в Англии, и Франции и в Италии. Что это действительно имеет влияние. Но до сих пор я только видел два настоящих олигархов, которые отказались от российского гражданства, Олег Тинков и Юрий Мильнер. Но Мильнер уже давно здесь живут в США. Что, ну, интересно, что есть, по крайней мере, но большинство они пробуют избегать санкций через судебные процессы и сидят у себя в Дубае. Большое спасибо вам за интересный и очень важный разговор. Да, спасибо.